9 августа. Все, сдаем машины и летим домой. Как бы мы тщательно ни готовились, Исландия предстала перед нами совершенно неожиданной, непредсказуемой, фантастической. К тому, что мы там увидели, просто невозможно подготовиться. Это другой мир, другая планета, другая вселенная. И в то же время это наша Земля. Земля в разные периоды своей жизни. От самого ее зарождения до сегодняшних дней. Это и желтые пустыни, и зеленые луга, и разноцветные горы, и безжизненные лавовые поля, холодные ледники и горячие термальные площадки, ледяной океан и горячие бассейны, бирюзовые озера и булькающие фумаролы, готовые в любой момент проснуться вулканы и круглосуточно сбрасывающие огромные массы воды водопады, мутные реки и прозрачные ручьи, неожиданно теплое лето и россыпь алмазов на Даймонд-Бич, очаровательные тупики и дружелюбные лошади, ленивые тюлени и молчаливые каменные слоны. А нам остается только вспоминать приятные моменты из этого путешествия и планировать новое. Try to shake it off, try it off.